Они не верят в любовь. Петро, доктор, валяйте! Но в то же время... Мы теряем любовь. Они хотели полюбить. Я жутко скучаю по тебе, по детям. Я люблю тебя, тебя! Но в то же время... Я тебя ненавижу! Успокойся! Скотина! Моя жизнь дерьмо! Мужика нет, на работе каторга! Она меня бросила, оставила одного. С дочкой на руках, а той всего год. Только Алекс и Ники еще верят в любовь. Прости, но я хочу на тебе жениться. Да-да-да, все понял, бабушка. Отпусти мою щеку, оторвешь. И папа, представь, больше всех рад. Cambiare casa, fare la spesa, fare conti a fine mese, la casa al mare, avere un figlio. Заметили мою татуировку? Ну как, китайская. Неуязвимый дракон. Дракон? Вот еще. Улыбайся, счастливая невеста. В интернете завязывается половина любовных историй. Я тоже люблю в сети девчонку подцепить. Да и измен тоже. Я совсем не ревную. Брось, все понятно. Гормоны беснуются, молодежь, что и все такое. Ты открыл мою почту? Что? Нет. Все в порядке, Алекс. Как колокол среди ясного неба. Гром, Алекс. Неужели сейчас это важно? Ну ладно, не обижайся. Алекс, какими судьбами? Она ушла. И потом, это неправда. Есть много примеров удачных браков. У кого? Ну, у нас. «Прости, хочу на тебе жениться». Новый фильм Федерико Моча. Скоро на экранах.